100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 638 рублей за моей спиной на сайте MyCSGO. Ну что ж, пришло проверить этот сайт с самого минимального, самого маленького баланса. Ведь сегодня здесь добавили новый кейс, и я хочу открыть его сразу. Просто пермоментно, просто попробовать окупиться и посмотреть, насколько далеко мы в принципе можем зайти, имея на балансе MyCSGO 500 рублей. Градиент? Подожди, вроде бы даже и неплохо. Слева сайт лака... 321, ты прикинь. Он мог стоить 700, он мог стоить 800, но он стоит 321 рубль. Но для начала я бы даже сказал нормально. Поэтому давайте так, перед тем, как мы еще не начали, обязательно, перед началом поставьте лайкосик. И если будешь играть, используй промокод папа, потому что это самый рабочий и самый окупаемый промокод, который только здесь есть. Любая сумма умножается на 30%. Ты закидываешь 1000, получаешь 1300. Закидываешь 10 тысяч рублей, получаешь 13 тысяч, то есть 3 тысячи бонусом совершенно бесплатно. И помимо того, что это самый большой процент на пополнение, он тебя точно окупит. Поэтому обязательно используй его. Ну а мы начинаем. У нас 600 рублей. И давайте попробуем разобраться еще раз с этим кейсом. Ну черт возьми, хочу я окупиться с него. Если он новый... Блин, почему мне так лагает? Пустынная атака просто сейчас. Вот ты видишь это? А, ну конечно, ты же видишь все, что вижу я. Поэтому 340 рублей нормально. Пошли вниз и пошли в майнинг. Потому что если сейчас и получится нам что-то выбить, то это точно 100% с одного из майнинг кейсов. Но давай подумаем. Какой кейс мы будем открывать? Я в последнее время очень сильно начал доверять неоновому райдеру, потому что он сильно начал выдавать. Но сегодня я хочу пооткрывать то, что я не открывал очень давно. Это либо хроматическая аберрация, это либо механда индустрия и либо Сайрекс. А лучше давайте начнем проверять все. То есть у нас сейчас 10 попыток выбить Сайрекс за 123 рубля. Давай попробуем тогда сделать так. Попробуем открыть ровно на 5 раз, а там как пойдет. Ну, 5 по 10. Если выпадет Сайрекс, будет хорошо, не выпадет. Блин, ну есть, конечно... Почти! А прикинь бы, просто со 120 рублей выбили бы в первый раз М-ку за 1696. Это бы точно, вот точно сказали бы какая-то подкрутка. Ну блин, а если сейчас со второго раза выпадет, это же тоже будет ненормально. Но она не падает! Я прям, знаешь, я прям бачу, я прям очень сильно хочу, чтобы сейчас она упала, но она меня просто игнорирует. Давай еще один раз. Давай три. Все, три и хватит. Просто у нас сейчас пойдет, пожалуйста, почти. Стоп! Что-то упало. 500 рублей нормально. Здрасте, приехали. Ну, неплохо. По сути, это почти с 400 рублей. С 340 плюс выпадает ширпик. Ну, давай округлим до 250, да, 300. С 300 рублей нам выпало 500. Но мы в окупе, потому что был еще ширпик. У нас 782 рубля на балансе. И знаешь, что-то не хочу открывать этот кейс. Три раза открыл, три раза не окупил. Давай попробуем что-нибудь другое. Механку. Тоже давно не открывал, поэтому давайте сегодня проверим как раз-таки то, что я не открывал очень давно. Полетели также на три раза открыл. Откроем, а там уже посмотрим. Механки две проли... Так, подожди, вот это очень хорошо. Ёлки-палки, сколько она стоит? 2000? Я выбил со 120 рублей ее, мужики, сейчас. Так, я нечаянно не то нажал, но суть вы поняли. 3245 на балансе. Пробуем еще раз, пробуем еще на два раза. Давайте попробуем. Так, вот это просто невероятно круто. То есть сейчас мы просто открываем три раза. Нас окупает, если сейчас еще раз окупит. А я думаю, она может. Ну, блин, конечно, я думаю, что она может, но не факт. 3000 насыпало, это уже как бы невероятно. Я бы даже пробовал нож сделать. Я бы даже не стал больше играть вообще в принципе. Я бы просто пошел в ножевой. Еще одна? Вопросов нет. Это мы сейчас, если я не ошибаюсь, на три раза всего открыли. Я просто маленько в ступоре. Мы же реально открыли на три раза. Первый раз и третий раз. А сейчас у нас 2577, у нас баланс 5590. Вот понимаешь, в чем разница? То есть я думаю, что если бы мы остались с Айрексом, может быть, он нам вообще ничего не выдал. И мы бы там с вами и погибли бы. Но мы зашли в механку, и она нам дала две сразу М-ки. У нас баланс 5500. Просто вдумайся. А если я сейчас хроматическую зайду... Я просто хроматическую тоже очень давно не открывал. Но хроматические не такие хорошие скины. Здесь Галил и АВП. АВП стоит 500 рублей, а Галил стоит 147. Ну...
кстати, если тебе падает Галил, по сути, ты в окупе на 100 рублей. Уже хорошо. То есть, один раз упал Галил, два раза бесплатно кейс можешь открыть. Вот так вот. Это прикольно. Но не сильно мне нравится этот кейс, он сильно слабый. То есть, да, я понимаю, что шансы выбить Галил и хроматическую аберрацию здесь очень большие. Но, блин, я бы на самом деле лучше бы попробовал фарм ножа. Ну, типа, мне только... Все-таки выбил. И при том, что с третьего раза. Это тоже неплохо. То есть даже здесь мы выбили 200 с первого Галил. И сейчас 600. То есть 800 почти косарь. 6000 рублей баланс. 6116. Это вообще отлично. Так, а давайте, знаете, тогда как сделаем. Если у нас 6000, попробуем рискнуть и выбьем ножик. Ну, нож там и 100% выбьем. С 6000, я думаю, нож за 8 выпадет 100%. Но если мы сейчас попробуем вместе с вами открыть какой-нибудь такой кейс и выбить какую-нибудь нереально крутую пушку, я думаю, это будет намного лучше. Например, Фло. Минимальный скин, который отсюда падает, это 1800. Ой, не 1800, а 18000. Это гамма-волны тычки. Давай попробуем. У нас 6 попыток будет. Но мне кажется, не окупит. От слова совсем. Блин, я не знаю. Я думаю о том, что это надо сделать, с одной стороны. С другой стороны, понимаю, что это просто безумие. И 6000, ну, может 100% не выпасть. А будет... Просто так близко ножи пролетают. Но, чтобы вы понимали, если не выпадет, это будет обидно. Мы можем открыть на 7 и попробовать рискнуть 7. И можем проиграть. Но, черт возьми, я хочу это сделать. Поехали. Да пусть я похоронюсь в этом кейсе, я просто полностью себе даю отчет о том, что я могу проиграть. Мужики, обязательно поставьте лайкосик. Если будете играть, используйте промокод ПАПА. И, конечно, пацаны, не забывайте, что у меня в телеге розыгрыш ножа. Залетайте и участвуйте. Совсем скоро итоги. Я думаю, пацаны... Ну, неплохо, кстати. 320, да? То есть мы даже можем, наверное, еще один раз бонусом открыть, если он не выпадет. В общем, залетайте в телегу, участвуйте в розыгрыше на нож, пока я пытаюсь выбить какой-нибудь обалденный дроп. Он так байтит. Они так разъезжаются еще медленно. Тебе кажется, с одной стороны может выпасть, потом тебе кажется, с другой стороны может выпасть. И в итоге тебе ничего не падает, ты в итоге проигрываешь. Это просто безумие. Но гамма-волны. Ладно, две попытки. Абсолютно честные две попытки. Да, нет, нет. Выбьем. Заслужил. Не выбьем. Это значит, что мы с 500 рублей подняли 8000 и все слили. Да, прикиньте. То есть я мог сейчас на полном серьезе просто взять и вывести себе нож, но я заигрался. Ладно, ничего страшного. Даже если мы сейчас проигрываем, у меня 400 рублей баланс, но я хочу выиграть. Пожалуйста. Просто окупи меня. Пожалуйста. Нет, я почти, но 700 рублей, и я с этого баланса продолжу завтра. Подписывайся.